Сегодня мы на Лукомольском озере. Какая красота у нас здесь. Рядом, совсем-совсем рядом с нами гуляет вот такой красавчик. Буквально в 4 метрах. Не боится. А мы пришли на озеро и собираем интересные камни для мастерской. Я сейчас занят ремонтом мастерской и хочу в стену вклеить, получается, камни. Это будет прям очень-очень круто. Смотрите, какие они разные. Есть прям такой интересный. Есть прям, не знаю, если как в масштабе такие огромные-огромные. О, кстати, вот этот очень прикольный. На какой-то из сторон одного камня мы даже видели очертания, как будто, знаете, луна. Вот этот очень прикольный. В нем отпечатались, получается, ракушки. Вот, если посмотреть. Классненько. Ну, а я пойду попробую поближе подойти к красавчику. Ну, пугать не будем. Надо пускай отдыхает. Он нас не трогает, и мы его тоже не будем трогать. Очень люблю Лукомольское озеро. Сам ведь я родом из Новолукомля. Родные места. Сколько мы в детстве покупались в нем. Это да, было очень здорово.